Приветствую вас, как мне парадоксально может быть, как бы не парадоксально звучал мой ответ, но посоветовать вам лично я не могу ничего, потому что я психолог, вот психологи не советуют. Вот психологи помогают человеку разобраться в себе. Мы можем помочь вам в себе разобраться, но советовать что-либо не можем. Это немножко не наша юрисдикция. Вот, это первое, на что хочу сказать. Если вы ищете совет, то я боюсь, что вам вот немножко, ну, немножко не по адресу немножко вы обратились, если говорим именно вот про совет какие-то, к сожалению. Дальше. Следующее. Удивительный, ну, я надеюсь, что удивительный факт, но вот то, что я увидел в вашем тексте, это вообще, как бы, постоянную борьбу. Борьбу с собой. Вы боретесь с собой. Вы говорите, вот, там, я пытаюсь, там, сдерживать, я пытаюсь, значит, что-то делать, то есть, по сути, пытаетесь не быть собой, по большому счету. А вот, пытаетесь не быть собой, потому что, ну, вот, по вашему разумению, да, как бы, по вашей концепции, вы ну, не должны быть таким, какой вы есть. Ну, только мне кажется, что вы должны быть каким-то еще. Судя по тому, что я вижу. Понимаете? То есть вы же каким-то образом считаете, что тот, кто вы есть, то, какой вы есть сейчас, вы быть не должны, не должны. Вот. Мне кажется, что это весьма важно. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Ну, пожалуй, на то, что вам ничего не интересно, не интересно в жизни, судя по тому, что я могу видеть. Вы ориентированы на других людей, вы ориентированы на то, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Вот, но как-то не похоже, что вам своя жизнь интересна, что вы вообще вот чем-то интересуетесь в жизни настолько, что, чтобы, грубо говоря, заниматься ну, каким-то делом, чтобы использовать это дело, чтобы реализовывать это дело, вот. Больше всего вас волнует страх. Страх перед другими людьми. Потому что вам кажется, что вы должны быть каким-то конкретным. Вам кажется, что вы должны быть каким-то определенным достаточно. Вот. И, соответственно, когда не получается это сделать, не получается быть определенным, не получается быть тем, кем вы считаете, вы должны быть. Вот, начинается
трудности, я полагаю. И начинаются трудности, ну, наверное, достаточно серьезно. Другой вопрос. Почему? Точнее, не почему. Вот что вам кажется, вас не примут другие люди. Ну, совершенно очевидно, что такая позиция у вас есть, что если я буду каким-то определенным, если я дам понять людям, что я какой-то определенный, то люди меня не примут. И, как мне кажется, от этого идет все. Вот. Так что я бы сказал, что нужно в первую очередь разбираться именно с этим. Как вы пришли к тому, что кто-то вас не примет, такой, какой вы, откуда вы это узнали, у кого вы это узнали, и как вы к этому относитесь. Вот. Может быть, в этом и есть зерно истины. Ну, например, вам говорят про, допустим, чувство стыда, к примеру. Вот, к примеру, вам говорят про стыд, что есть стыд, что какие-то вещи делать стыдно и так далее, так далее, так далее. Вы можете с этим быть согласны. Вы можете действительно испытывать стыд, это нормально, но важно, принципиально, я бы сказал, важно, чтобы вы испытывали вот этот стыд, что называется, от сердца. Чтобы это не было стыдом, навязанным извне, потому что так, например, чувствуют другие, допустим, люди, да? Вот. Это важно. На это важно обратить ваше внимание, и я хочу, чтобы вы постарались позамечать вот эти моменты. То есть, когда я испытываю стыд, ну, потому что действительно, ну, чувствую, что сделал там что-то, ну, что-то неправильно, да, не то, что хотел сделать, например. А когда я испытываю стыд по другим причинам, например, по причине, что вот я знаю, что это стыдно, я об этом хочу, вот, я хочу этого, но знаю, что стыдно. И вот я себе запрещаю. Из-за того, что я этого хочу, я чувствую себя неполноценным, ну, к примеру. Вот подумайте об этом. А дальше уже, я думаю, можно будет двигаться. Вот. Надеюсь, помог вам. Надеюсь, вы сформулируете обратную связь, которая и послужит началом психотерапии. Выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Желаю вам всего самого доброго и удачи!